Всем привет! Я рада приветствовать вас на канале MyLoOpt. И сегодня хочу сделать обзор силиконовой формы прямоугольную на планшете. Она состоит из 9 одинаковых формочек, как вы видите. Дно толстое, поэтому если вы будете делать выпечку, например, печенье, кексы или пирожные, тогда ваша выпечка не пригорит и ее будет очень удобно доставать из формочек. Также ее не нужно будет дополнительно смазывать маслом, потому что эта форма сама по себе как антипригарная, то есть ничего не пригорит. Можно делать, например, порционное мыло. Она обычная и простая, и обычная, вроде бы ничего такого и нет, но если вы проявите фантазию, сделаете, например, мыло со свирлами или же многослойное мыло, тогда будет смотреться очень красиво. Также такое мыло можно будет украсить различными мыльными фруктами, ягодами, будет тоже хорошо. Также можно еще сделать косметический лед. Несмотря на то, что эти ячеечки большие, вы сможете просто разделить этот лед потом и использовать уже несколько раз, замораживая его. Можно сделать также желе. Здесь еще края такие рифленые, хочу вам ее показать. Вот рифленые края, очень красиво будет смотреться в любом изделии. Поэтому и желе ваше будет тоже смотреться оригинально. Добавим туда фрукты и будет как настоящий десерт в ресторанах. Можно сделать мороженое. Тоже красиво его украсить. По бокам оно будет такое рифленое. Будет смотреться интересно, оригинально. Я хочу еще раз показать. Вот эта формочка такая гибкая. Поэтому легко будет доставаться любое изделие. Края тоже толстые, поэтому ничего не пригорит. Ее легко мыть, она долговечная, прочная, то есть вам хватит ее довольно-таки надолго. Спасибо, что посетили мой канал. Не забывайте ставить лайки, подписываться. Хорошего вам настроения!